Так, блин, все через задницу у меня. Так, звук, надеюсь, есть. Какое качество изображения? Не знаю, блин. Сервис меня подводит. Так, надо. Пока я тут настраивался, надо проверить. Да нет, все почти на месте, за исключением рычка одного. Сейчас. Камеру включил, блин, распугал бычка. Так, хорошо. Пока есть почин. Ну, не крупный. Такой. Ближе к мелкому даже. Ближе к мелкому. Пока лодок не вижу. Появилась лодка. Что-то дюбнуло. И с концами. Тихо ты. Не брыкайтесь, молодой человек. Или гражданочка. Так, что вам тут? Ну, не знаю, блин. Ваши предпочтения. Тут будет вам небольшое ассорти. Итак, мы ведем репортаж с Тилигульского лимана. Сегодня, так, дай бог, сегодня какое? 26 или 25? Двадцать шестое июля, и наконец-то у меня что-то складывается с рыбалкой, блин. Наконец-то я нашел бычка. Ну, прошлая рыбалка. 4 бычка за 4 часа. Да. Да что такое? Вроде бы как бьется. Ага. Тут отбился. Вот. Ну, то был почин, начало, разведка. Вот. Сегодня я выехал пораньше. Удлинил снасти, якорь. Глубина уже приличная, около 10, может быть, 12 метров. Для съемки подготовил камеру, тоже кабель поменял. Wi-Fi. Поменял кабель. Тоже удлинил до 12 метров. Я думаю, хватит. Повесил рачков. Никакой реакции. Может быть, на кальмара поменять. Давай поменяем на кальмара. Сейчас солнышко взойдет. Постараемся опустить камеру. Посмотреть, что тут делается.
Что-то дюбает, но не хватает. Может быть, действительно кальмара поставить. Обклевал. Давай поставим кальмара. Что-то на кальмара-то не очень. Наверное, на креветочку было бы. Стукнул разочек. Вот. Есть. Вот. Есть. Ну, опять же, такой. Такой вот мелкий, не крупный, скажем, прям не крупный. Кальмар у нас ленточный, вот такой был мелкий кальмар в прошлом году. Ну, дешевый. Для рыбалки как раз то, что надо. Вот так вот. Ждем следующей поклевки. О. Есть или нет? Не понял. Удар был. Одного подсек. Ага, вон оно как. Тихо, ребята. Без лишних. Ой, я тут с вами сам поймаюсь, блин. За что-нибудь. Что я его подсёк, и он просто висел как овощ, мягко говоря. Ну, вот что-то так вырисовывается какая-то. Может быть, даже сегодня что-то и снимем под водой, если там, конечно, будет достаточно света. Посмотрим, чтобы разглядеть наших главных героев. Что-то какое-то затишье у нас. Что? Восход. Солнышко устает. Ну, у нас тут немножко
если видно, что-то есть. Клев не ахти. Пока я так и не понял, на что же он все-таки. Сейчас на кальмара, но не очень. Чтобы очень. Голоса не пойму. Где-то сзади меня голоса. Но я никого не вижу. Что, на Николаевском берегу, что ли? Так, как плыть подальше. Попробовать. Давай попробуем. Так вот мы немножко. Красота какая, а? Вот красота. Только из-за одного этого вида можно было приплыть и встретить здесь рассвет. Рыбалка закончилась. Вот он весь. Улов. Ну, по теперешним-то временам. Главное, что хватит и на уху, и на жаркое. Вот. Это уже ничего.